Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я, гуляя в горной Испании, увидел напоминание туристам, чтобы люди не мусорили на природе. Ну, на мой взгляд, это очень правильно и очень актуально на сегодняшний день. Вот это сама табличка, а перевод следующий. Мусор не возвращается в одиночку. Это часть вашего багажа. Всегда носите с собой, пока не вернетесь домой. Не загрязняйте пляжи, дороги, озера, реки. Берегите природу. Где бы мы ни были, давайте не будем мусорить, а будем все-таки уважать друг друга. Возможно, тогда нас будут радовать красивые места. Как, например, вот это место. Thank you.